пожар прям хороший. Su 2 euro. Sana vurulur, sana tüket basını yalan. Sen euro. Sana su alışı patlamasın. Ay, evet, sana patlamasın diyemedi ha. Sana vurulur, sen kızı patlamasın. В 10 часов 12 минут на пульт пожарной охраны Ростовской области поступило сообщение о пожаре. Город Аксай, улица Новочеркасская, шоссе, дом 2, в промышленной зоне. По состоянию на 12 часов сосредоточено 55 человек личного состава, 18 единиц техники. Сил и средств достаточно, угрозы распространения на населенные пункты нет. Работает лаборатория Роспотребнадзора. Нарушение ПДК не зафиксировано. Причины устанавливаются.